Сегодня воскресенье, остался один день до отъезда в Чехию. Выезжаем сегодня ночью. Я думаю, где-то в 6 утра будем. На 6 утра такси вызывать, даже утром. Получается, не сегодня ночью, а завтра утром выезжаем. На 6 утра будет такси. В 7 утра нужно быть в аэропорту. Самолет что-то 8.50, что ли. Ванюху вон мы собрали. Вон он, идет турист. Повез я его к бабушке с дедушком, к моим родителям. Он остается у них, чтобы завтра уже, когда ночью его сегодня везти, или вечером. Ну, хотя, в принципе, можно было вечером везти, но папа. Таня на работе, я сейчас уже поехал. Сегодня проходит... Мне сказать. На, скажи. Я жвачку ем, и деревья, все сегодня зима. Всем привет, скажи. Всем привет. Сегодня зима, и деревья... Сегодня в Красноярске проходит наиграндиознейшее событие, судя по названию, блок саммит называется. Там, мне кажется, Медведев должен быть, Дмитрий Анатольевич, потому что он же самый главный блогер страны. Подъедем, посмотрим, что там будет, там Михайлович должен быть, Михайлович, нам встретимся. Так что там поснимаем, все, заключение на блок саммит. Вот, короче, мы заходим на этот блок саммит. Проходит он в Доме кино у нас в Красноярске на проспекте Мира. Сейчас зайдем, посмотрим, что там. Лежат в основе любого развития, любого тренда. Мы добавили туда один, потому что человек должен рефлексировать все эти проблемы. И потом посмотрим, как именно из этих проблем ловим тренды и как они меняют коммуникацию. Первое. Технологический инновации. Понятный тренд. Только мало кто ощущает, что еще через 10 лет или уже через 10 лет, вы будете не в состоянии понять, как эта технология вообще работает. Она просто будет работать. А может быть, вместо вас будут работать машины. Надеюсь, понятно, на что влияет рынок технологической инновации. Да, появление новых каналов, появление новых устройств. Нашу раскрыли, это начали выяснять вопросы. Чувак, с РИА Новостей. К Алексею Навальному есть огромное количество вопросов во время предвыборной кампании. Я уверена, что и ко многим коммерческим брендам тоже такие вопросы периодически возникают. Мы начали с того, что начали отвечать на самые острые из них. Я вот надеюсь, что у меня сейчас включится. Это один из проектов, одно из видеопроекта «Круги Навального». Честно говоря, мне не нравится, во-первых, слово «диаспора», потому что все-таки мы граждане Российской Федерации. Человек из народа — это я. Кажется, все мы в недавнем прошлом участвовали в русских матчах. То есть интересно. Вас поддерживают, в принципе, мне тоже интересно. И погром. Короче, все, вышел я оттуда. Это... Короче, муть будет до 6, по-моему, до 7 вечера идти. Михайлович сказал, будет до конца сидеть, ему это все нравится. Ну, на самом деле, это да, это важная штука, тем более для нашей деревни, для Красноярска, когда люди приезжают из центра, из Москвы и рассказывают, ну, делятся своим опытом, да? Что, ну, чувак с РИА Новостей, РИА Новости, считайте, первые СМИ, на первом месте интернет-СМИ стоит. И вот это со штаба Навального тоже девчонка. Ну, в принципе, там все ответы на поверхность, потому что я сам вот лично следил за штабом Навального во время выборов. И как бы понимал, что они делали, ну и понятно, что у них, что вообще как у них все это было организовано. Никаких там секретов нет, поэтому я ушел оттуда. Там кто-то написал в Твиттере вопрос, типа, чья идея размещения Навального на аватарке МДК. Я отвечу, это идея кого-то из штаба Навального. Правильно, они, потому что у них не было, они понимали, что они не выиграют эти выборы. Для них была задача Навального зарекомендовать как федерального политика, и поэтому вот они разместили его на аватарке МДК, чтобы молодежь 18+ знала его. Кстати, вот я считаю символично, иду по проспекту Мира в Красноярске и встретил вот такой ресторанчик. Чешская кухня, ратуша. Вот, будем в Чехии, будем смотреть это видео, ностальгировать и вспоминать о Красноярске. Ну что же, настало время выпить. Это же должно было когда-то случиться. И я это сделал, открыли новое заведение, как раз в тот момент, когда я сел на диету, я здесь ни разу не был. Называется Брецель или Брецель. Здесь раньше был Хмелисолос, мы специально выпивали, но потом закрыли. Сейчас новое заведение, пойдем посмотрим, что здесь. Здрасте.
Ну что же, приступим. А? Приступим, говорю. 34 дня я не пил. 34 дня и 34 ночи. Да, давайте ваше здоровье. И ваше здоровье, ребята. Ой, отлично. Вот мы у Вадика во дворе уже. Вадюшка сам-то на работе. И я не могу понять, либо на улице распогодилось, либо я уже напился и мне жарко, блядь. Я расстегнутый иду. Вон Вадюшкины окна. Кто смотрел видео, когда мы пригласили нашего зрителя с нами побухать, то вот здесь мы Вадюшку кричали именно в эти окна. Вот Вадюшкина машина, колдина. Ладно, что, пойдемте дальше. Покажу вам еще одну пивнушку. Народа никого нет еще, потому что еще время сколько? 14:45. Очередная кружечка пива. Короче, смотрим, как я буду пьянеть в течение всего процесса. О, дай миндаля, пожалуйста. Я по нему так соскучился. Вот охуительный миндаль жареный. Жарено-соленый. Стоит он всего 26 рублей. Вот миндаль, который чищенный, он хуйня. А вот не чищенный миндаль, заебись. Здесь, кстати, очень уютная атмосфера. Вот здесь как раньше, как в 80-е годы, в конце 80-х, открыт видеосалон. Кстати, телевизор тоже 80-х годов. Вася, где видеомагнитофон? Видеомагнитофон где? Порнуха после 9. Ребята, какой-то дядя Леня для вас. Для меня Леня. Леня, показывай, что ты принес. Ничего не покажу. Я сам не покажу. Я сам все съем. Да ты понятно, что ты съешь. Зрители же через камеру сидят. Сосисечки. А что за рыбочка? Расскажи. Что за рыба? Я у тебя покупал вчера. Я думал, честно, что вот это объектив. Похоже на объектив, да? Это казалось рулетка. В колбасе? Да. Леня принес. У Лени интересный набор. Сосиски, рыба, хлеб и рулетка. А, и горчица. Леня интересный человек. Сам вот эта передача «Хочу пожрать» называется. Так, ну короче, ладно, все, мы пошли. Вот мы выпили в очередной пивнушке. Это вторая пивнушка у нас на сегодня. Пойдем дальше. Программа «Седьмой канал». Почему «Седьмой»? Вот такая маленькая машинка. Давай. Да, да. До свидания. Сейчас снимаю, знаешь, как заебись. Завтра покажут. Сегодня, маши пока. На каком? Ребята, пока. Канале смотреть. Смотреть на Ютубе. Ютубе? Да. Дойки. Хорошо. Дойки.ком. Хорошо. Че? А, убрать? Вася меня натыкал носом на стол, надо убирать за собой. Здесь самообслуживание. Ладно, все, всем пока. Спасибо. До свидания. Я не стал там задерживаться. Мне сейчас, я уже подвыпил, мне нужна компания. Так что пошел дальше, еще до одной пивточки. Привет. Я у тебя поснимаю здесь чуть-чуть. Поснимаю, говорю. Не надо. Ну я тебя не буду снимать. Зачем тебе это? Да я уже все пивточки, все злачные места обошел сегодня. Это у тебя последнее, мы перед домом. Что, никого нету? Не надо же. А? Вот мы пришли на пивточку. Продавец несговорчивый. Сказал, чтобы я его не снимал. Налейся, пожалуйста, отецкого. Половинку. Тоже здесь очень большой выбор рыбы. Пивточка находится прямо возле моего дома. Здесь мы как раз и остановимся. Дождемся Танюху и закупимся пиво на сегодня на вечер и на завтра на утро. До следующего включения. Я, наверное, уже буду в говно. Все, я же говорил, что вечерочек затянется на последней пивточке. Поэтому мы отсюда все уходим. На улице уже ночь. Смотрите. Нихуя себе ночь. Че, Сань, дверь закрыть? Оп, видишь, закрылась.
Все, что уже, иду домой. Пакет, у меня вон пакет в руке. Надо сейчас дома произведу этот, как он, блядь, обзор пакета, блядь. Все, я говорю, что здесь в районе все рядом, поэтому пивточка тоже рядом с домом. Блядь, здесь темно. Ну все, короче, иду домой сейчас, давай, следующее включение из дома. Короче, ребята, вот что мы берем с собой в самолет. Самолет мы с собой берем. Две литрушки пива. Ну не самолет, в смысле, в аэропорт, во. Все, что мы с собой берем в аэропорт. В аэропорт мы берем две литрушки пива. Мы их выпиваем до прохождения контроля, потому что с ними не пропустят. Просто, ну, пока едем в такси, мы их потихонечку цедим, выпиваем, мы разгоняемся. А потом у нас 5 рамульчик, мы берем с собой уже в самолет, нас пропускают с ними, и мы их выпиваем после прохождения контроля минимум одну, потому что, ну, чтобы не было сыкова заходить в самолет и лететь. Дальше, что? Дальше все, в принципе, из алкоголя это все. И бипидол, бипидол, это самое главное, чтобы, блядь, не нахуяриться, чтобы, блядь, ну, сейчас вот я немножечко нахварился, чтобы завтра самолет не нахвариться сильно, я выпью половинку этого бутылька. Так что... Все, мы готовы к полету. Только в полете летят самолеты. Как поет Юрий Антонов. И слушайте эту музыку дальше. Только в полете живут самолеты. Только в полете растет человек. Сердце стучится загнанной птицей. Простужен нам моторы, пропеллер перешел на...